Какого хрена? Что за хуйня? Шо-шо. А, это тот самый, ёб твой мнать! Нам пизда. Нам пизда. Да завались ты. Всё. Как её зовут? Сара Андерсон. Сара Андерсон, выходи! Ой, блядь, дверь открыта, ребята, дверь открыта. Ну, пизда, всё. Ваня, иди вперёд. Кто там? Иди нахрен, ты приложил, ты иди. Ребята, так сказал, уезжай. Где? Что, в подвале? В каком да, подвале? Не в подвале. Где машина? О, реально. Давайте замутим. А где? Куда будем ставить? О, давайте на стол куда-нибудь. О, на кухне давайте. Кто может скинуть все вещи эти ебаные? Блять. О, можно выбросить. Подожди. Кого пырнуть? Что за звуки? Это я все это делаю. Иди сюда. А где доска Тесса? Да где у нас... Убить Ваня. Вот я она. Вижу, ни хрена. Доска Уиджи, прошу тебя включиться. Доска Уиджи. Доска Уиджи! Андерсон! Андерсон! Бог поможет нам! Андерсон, вернись! Ты обкуренный! Да не работает эта доска, ебаная! Пизду её! Всё, я психанул! Ты сначала призрака найти, потом... Я обиделся. Давай найдём призрака. Давайте. Всё, давайте искать призрака. Я призрачного огонька я не вижу вообще, ни в подвале. Это что такое? Она сгорела нафиг. Вы что сделали с доской? Она собой сгорела. Сара. Ребята, пизду, ребята. Ребята, она за мной, ты шлюха. Да почему я-то сдох, козёл ты сраный? Ванька, ты чего? Ты чё себя душишь-то? Ах ты, Кать, ты меня уезжай продал! Нахуй. Ты меня продал! Я тебя видел! Ты дурак, я бегал, вы чё стояли-то? Нет, поехали! Всё, в пизду! Поехали! Всё, мы выполнили наше задание. Спасибо за просмотр. Я худею. Хупсер-упсер, молодежь, а также старичье. Сегодня я, Колыван и Ванька, возвращаемся в это. Фосмофобию, ёпта. Если вы не видели первую часть фосмофобии, то вот здесь есть ссылка. Приятного просмотра, хупсеры. И подписочку оформите, пожалуйста. Давайте. Первый челлендж. Он заключается в том, что мы входим в дом и больше не можем выходить из него. Но можно выйти только в том случае, если мы определим тип бабайки. Хопстер-вопстер, молодежь, а также старичок. Сегодня мы пришли снимать зов страха. И мы будем ловить призрака. Призрака, хопстеры, мы будем ловить призрака! Ой, блять, а чё дверь-то открыта, смотрите? А ты только сейчас это заметил? Так стойте! Значит, он в спортзале? Не знаю. В спортзале-то. Вот дверь открыта. Может, просто открыта. Может быть. Так кто дверь-то закрыл? Чё за хуйня? Оля, блять, закрыл. Ой, блять, нихуя кто-то повесился. Ты дебил, это флаг. Чё? Ой, бля! Рыло, ты белая! Это тоже. Ты что такое, Федя? Что такое? Да не ты обосрался!
Фу, господи! Это кто-то стоял и как, все равно с подливой. Ой, блядь, Ваня, как его зовут? Джеймс Скиннер. А, Джеймс Скиннер! Если ты тут, дай нам знак! Мы, кстати, наверное, правильно идем. Смотрите, снова дверь открыта. Блять, он как будто нас ведет. Джеймс Скиннер, если ты тут, дай нам знак. О, я помню эту лестницу. Вот, ты видосик вот тут вот. Селфи устроил. Все, пиздать я. Джеймс, ой, Скиннер, выходи! Уёбок! Мы тебя будем сейчас пиздкать от пизда. Мы возьмем все твое имущество. Где твои деньги? Где деньги, Лебовки? Ребята, мне конец. В смысле? Все. Да иди уже. И сейчас не реально. Нет, ребят, я реально слышу какой-то шорох. Зато я, блин, слышу, как кто-то воет. Да я вообще никого не слышу, вы, блядь, совсем чеканулись. Не, я реально слышу, вот когда мы туда зашли, что кто-то воет в коридоре. Стой, тихо, тихо, тихо. О, блядь, это кто? Я тоже сейчас услышал. Я тебе говорю, он там стоит, воет, дура. Ой, блядь, вы слышите? Я слышал, он где-то слева. Он что, на первом? Ой-ой-ой, Джеймс, не надо! Джеймс Скиннер, иди сюда, козел, будем пиздуться. Ой-ой-ой, Коля. Он, сука, сюда к нам идет. Блядь, мы двери не закрыли. Тихо. Коля, снимай меня напоследок. Да ну нахуй, блядь. Ой-о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 й
Мы вышли как бы, Вань? А, ну я вышел. Короче, спасибо, ребята. Короче, он где-то там воет, это я уже понял. Ай, блядь, он прям сам стоит, сука, где-то воет. Вон он, вон он. Где? Вон он. Ну иди нахуй, Ваня. Коля, закрывай дверь. Ваня, пизда. Все, твою дивизию. Да почему я-то, блядь, слыхай, его охренели. А хули ты к нему-то пошел? Он на втором этаже появляется в конце коридора. Да я понимаю, нам улики нужны, у нас из улик нихуя. Тихо. Ой, ёлы-палы. Как он выглядит? Без понятия. Да не как? Знаю. Он же тебя трахнул. Не знаю, ничего не знаю, Федя. У нас вещи внизу. Сейчас иди сюда и быстро вниз бежим. Ой-ой-ой! У меня есть, беги! Как это долбанное благовоние за женщину? Да я ничего, ебу, блядь, как сыпется соль. Солевой призрак, ебаный. Да куда? Все. Конец. Куда? Ты живой? Блядь, ты чего? Какой хуй это телефон? Ой, у меня нервы. Коля, хули ты лёг-то? Мне что делать? Вы где вообще? Я вас даже не вижу. А, не, все вижу. Где? Погоди, ты где? Ко мне. А ты где ты? Ты на первом этаже. В каком ты месте на первом этаже? Ты куда? На скамейке. Скамейки на первом этаже? Да. Да на какой скамейке? Их здесь много. Не пизда, не. Свет, ёб твою мать, включись! Отстань! Ебать, реально музыкальная шкатулка. Отстань! Это я в туалете! Ебать, реально пробный это предмет видео. Где? Я где? Ну, где то ты? То есть ты меня хочешь спросить, где я, да? Я? Где ты? Сейчас увидишь, где я. Красава. Классный Джин. Джин! Блядь, мы могли три желания у него спросить. Да пиздец, он нас бахнул. Ёб твою дивизию. Ты тебе. Ой, блядь, нам пизда. Ой, нам пизда. Ещё посмотри, что это за карта. А где Ваня, козёл? Он нас кинул. Ой, повесился. Чёрт, кто успеет, то и берёт. Мой фонарик. Ваня, крест. Моя роди. Вань, бери тогда камеру, раз у тебя нет фонарика. Ваня, посмотри внимательно на экран. Назад посмотри, Вань.
Ваня, блядь, буду светить, смотри назад! Весело? Ваня! Ну, ребят, запомните истину. Должен я. Ну чё, не ходит? Вообще ничего не видно. Ищите ключ какой-нибудь. А ты чё за место такое? Алло? Где ключ найти? Я кость нашел. От заднего сустава. Вау! Это чё такое? Это чё такое, блядь? Кто шелестит? Чё с Ваней, где он? Иди, серьёзно говорю, он чё, помер? Стой, слышишь? Ты дурак? Я здесь живой. Где? В палатке где? В какой нахуй палатке ты где? В обычной. Ой, блядь, ты где был-то? Кричал. О, господи. Вообще во всем доме, во все улицы все вырубило. Пизда, апокалипсис. Я всегда думал, что будет такой апокалипсис. Это если что, я на улицу свечу. А на улице тьма ебейшая. Блять, где что? Блять, это не знаю. Хоррор в реальной жизни. Фазмофобия начинается. Вот вам пизда. Вот, смотрите, везде все темно. Блять, а там, смотри, светло, сука. Вот ты. Где? Там, сука, свет горит дома. А этот эксперимент, челлендж, кому как угодно, заключается в том, что я, Колыван и Иванко вырубаем себя в Дискорде и общаемся только в игре. Нихуя не понял. Ой, блять, это тот самый дом. Нам пизда, рулям, нам пизда, ребята. А куда микрофон? Тут порошок! Тут порошок! Камеру на порошок. Это чё такое? Это чё? О, ключи от тачки. А вы где? Ребята! Где? Вы где? О, вот они. Ой, блядь. Режь его! Ой. Да задолбал тут биты свои качать. Я так стрёмно ищу ты. Спасибо. Ой, вы слышали? Нет. Вы точно не слышали? А это что такое? Это призрак. Это Нэнси Робинсон. Нэнси Робинсон. Ау. О, иллюминацию сейчас везде включим. Те ёбаные выключатели. Так, а почему так сразу-то? Ну-ка, давай. О! Сейчас, надо везде свет. Ребят, давайте смерти. Чё с Ваней? Ребят, второй этап. Чего, Ваня, у тебя микрофон по пизде пошёл? Чего, Ваня? Ты прерываешься? Нету, Вани, всё. Вань, ты чё? Ты чё там увидел? Голую женщину? Ого, дверь открыта. Алло. Заяц! Эстефане! Да ну нахуй! Эстефане, ты какого хуя тут забыл? Эстефане! Стефана в этом все замешан? Что? О, тут кто-то голенький был. Вы слышите? Вода включилась. Ой, я пошутил за ветер! Бегите! А где Коля? Коля! Ой, Юля. Нету Коли. В смысле нету? Ваня, 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 где Коля? Че, сдох? Че, давай тут прямо? Я не знаю, молчит. Вот сдох. Ой, блядь! Ебать! Что это у тебя? Блядь, он не отвечает, реально сдох. Блядь, он и, сука, все пробки вышиб. Вообще круто. Ну, мы теперь знаем, где она сидит. Второй этаж. Коля. Какого хуя, Ваня, что происходит? Где Коля там вообще? Ой. Ваня, Коля живой, смотри. Это что за хуйня? Иди сюда, на второй этаж быстрее. Че, приуныл? Смотри, вот он сидит. Все нормально с ним. О, все нормально с ним.
Надо еще что-то. Ваня! Ваня, отпечатки рук, запомни, отпечатки рук, она до меня идет. Это что такое? Пизда, 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 пизда. Да ты издеваешься. Ты живой? Ты живой? Ты че заснешь там? Бля, у призрака отсосал. Вот это смерть. Охуеть. Снова я один, какого хуя? Что ж делать, что делать, что делать? Блять, а наш подвал может... Ёп, не бесина, не бесина. Помогите, пожалуйста, помогите. Отпечатки рук были. Колян говорил. Федя, запомни истину. Если там вдоль смазано, это мимик. Я знаю, кто это. Мимик, это мимик. Ненавидя, давай, пожалуйста. Не зря мне Колян говорил про это. Я готов. Я готовился к этому всему. Пизда. Да сука, какого хуя ты, блядь, не уходишь? Да хули ты, гандон, устал? Хули ты устал? Смотрите и учите, как надо правильно играть и проходить призраков. Умница, Федя, умница. Блять, Коля, ёбаный сыр! Если ты, Хобзер, досмотрел этот ролик до конца, не пропусти целый плейлист, между прочим, здесь таких же роликов, то заходите и смотрите предыдущие ролики. Вам очень понравится, если вы тут впервые. Ну и не забудьте, конечно, подписочку и лайк оформить. А я... поскакал дальше. Адьос, Хобзер. Уии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 ii